Запустил. Дорогие отцы, матушки, детишки, семинаристы, вот, и все участники нашей конференции. Сегодня мы продолжаем изучать душеполезные поучения Авы Дорофея и переходим к шестому поучению о том, чтобы не судить ближнего. Ну, мы все с вами знаем, приходится на исповеди постоянно об этом говорить, что грех такой довольно распространенный, осуждение ближнего. Бывает это на словах, бывает в помыслах, в мыслях. Во всем нужно каяться, и от этого, конечно, нужно избавляться. И вот Ава Дорофей сегодня будет поучать, как же избавиться от этой пагубной страсти. Вот. Так же, как и в предыдущих поучениях, он начинает с того, что любой грех, в том числе и осуждение, начинается с малого, когда человек сам себе разрешает в малом согрешать. Я всегда говорю вам, что от всех незначительных грехов, от того, что мы говорим, какая важность в том или в другом, образуется в душе злой навык, и человек начинает не радеть и о великом. Знаете ли, какой тяжкий грех осуждать ближнего. Ибо что тяжелее сего? Что столько ненавидит Бог? От чего столько отвращается? Отцы сказали, что нет ничего хуже осуждения. Почему нет ничего хуже? Потому что грехов-то много, всяких разных, разной тяжести. Но когда мы осуждаем человека за этот грех, мы уже совершаем грех больше, чем тот, который осуждаем. Мы себя ставим уже судьями. Предвосхищаем суд Божий. Поступаем не по любви. Ибо от того, что человек дозволил себе малое зазреннего ближнего, от того, что говорит, что за важность, если послушаешь, что говорит сей брат. Ну, то есть, когда кто-то осуждает и мы можем говорить, ну, да, послушай, это осуждение, ничего страшного. А это уже страшно. Что за важность, если я скажу одно вот такое слово? Ну, то есть добавил, поучаствовал в осуждении. Что за важность, если я посмотрю, что будет делать сей брат или тот странник? То есть любопытство, оно тоже зачастую потом ведет к осуждению. От всего самого ум начинает оставлять свои грехи без внимания и замечать грехи ближнего. Очень часто многие, ну, кто следит за духовной жизнью, за своей жизнью, быть может, замечали, что в чем человек осудит кого-то, то сам впадает в тот же грех или в худший грех. Вот. От того, что человек не заботится о своих грехах и не оплакивает своего мертвеца, как говорят отцы, не может он преуспеть ни в чем добром, но всегда обращает внимание на дело ближнего. Ну, знаете, все равно, что вот ученик сидит в классе и, собственно, не смотрит на учителя, не внимает к уроку, не смотрит в учебник, не думает, как решить задачу, а все время смотрит, что делает ближний, сосед. Что он там пишет, каким почерком. Вот. Или он, может быть, не пишет, а отвлекается. И вот за своим соседом наблюдаем, а, собственно, учебный процесс не идет. И человек так нисколько не преуспевает. Дальше. Ава Дорофей говорит, что есть разные виды этого греха. Иное дело злословить или порицать. Иное – осуждать, и еще иное – уничижать. Порицать – значит сказать о ком-нибудь. Такой-то солгал или разгневался, или впал в лук, или сделал что-либо подобное. Вот такой злословил брата, то есть сказал пристрастно о его согрешении. Конечно, иногда приходится сказать кому-то что-то про кого-либо. Но надо смотреть,
чтобы это была сначала правда, затем, чтобы это было с нашей стороны сказано по-доброму, без осуждения. И еще третье, очень важно, чтобы от этого была польза. То есть, может кого-то предупредить от подобных действий. Вот. Как пример привести, но без осуждения. И очень часто, в случае, если это надо пример, как пример привести, очень часто нет необходимости называть имя даже совершающего. Вот. Но если сказал с пристрастием о чьем-то грехе, значит, это уже злословие и порицание. Ну, такая один из трех грехов таких из области осуждения. А осуждать значит сказать, такой-то лгун, гневлив, блудник. И кто так говорит, он осудил само расположение души его, произнес приговор о всей его жизни, говоря, что он таков-то, и осудил его как такового, а это тяжкий грех. То есть иное дело сказать, вот так случилось, что он разгневался, а другое сказать, что он гневливый человек. Когда мы говорим, что он разгневался, если это мы говорим не по-доброму, не с целью исправить или кому-то пользу принести, а так просто сообщить, с пристрастием мы сказали, с посмеянием, вот, это уже грех. А тем более, если мы скажем, что он по сути своей гневлив, то это еще больше грех, осуждение. Вот. Сам Христос сказал: лицемерие, изми первое бревно из очисе твоего, и тогда прозришь изъятие сучец из очисе брата твоего. Действительно, мы иногда замечаем и малые грехи у других людей. Вот. И это говорит о том, что мы сами поражены очень большим грехом, большой немощью, если мы осудили человека. Вот. И если мы хотим помочь человеку, то сначала нужно исцелиться саму себе. И только потом мы сможем помочь другому человеку. Вот. Сказано еще про фарисея, что он молился и благодарил Бога за то, что Господь уберег его от грехов, что дал благодать. Вот, это неплохо, что надо Бога благодарить, тем более, знаете, надо же сначала помолиться перед всяким добрым делом, а потом Бога благодарить за то, что нам помог это дело исполнить. Но вот когда фарисей сказал: благодарю тебя, что я не как прочие человеки, это уже нехорошо. Но даже и не за это он был осужден. А был осужден за что? Когда он обратился к мытарю и сказал, или как этот мытарь, то есть тогда он подвергся осуждению, ибо он осудил само лицо конкретного человека, само расположение души его и, кратко сказать, всю жизнь его. Ну, то есть, ведь, может, фарисей даже и лично знал этого мытаря и видел, как он, этот мытарь, согрешал. Ну, и вообще звание не очень почетное было, там, потому что мытари брали дани для римской власти. Ну, и тем более часто злоупотребляли. Вот. И, наверное, да, фарисей видел, как этот грешник, мытарь, кого-то обижал и осудил его. Вот. Но не видел, что творится в это время в душе этого мытаря. А мытарь искренне каялся. Нет ничего хуже осуждения, презрения или уничижения ближнего. Почему нам лучше не осуждать нас самих? Ну, это действительно так, потому что про себя мы точно знаем, что согрешаем. Вот. Про себя мы точно знаем, в каком состоянии мы находимся, уже каемся или еще пребываем в грехе. Вот. И тем более это полезно, себя осуждать. Это служит очищению души. Дальше Ава Дорофей приводит из Отечника такую историю. Один старец услышал, что в каком-то монастыре какой-то брат очень впал в большой грех. И старец говорит, это он плохо сделал. И вот ночью молится, появляется ангел, видение такое. Ангел и говорит старцу: вот я принес
душу этого человека. Он сегодня умер, тот, которого ты осудил. И меня Бог к тебе послал с этой душой, чтобы ты определил, где ей быть. В раю с Богом или в аду с дьяволом. Где навечно ей пребывать. Тогда, конечно, этот старец ужаснулся такой ответственности. Вот, и понял величину своего греха. Столкается. И тогда ангел ему сказал. Вот, Бог показал тебе, какой тяжкий грех осуждения, чтобы ты более не впадал в него. Когда ангел это сказал, значит, как бы ангел его и простил. То есть поучил его, все простил. Этот старец еще плакал до конца своей жизни о прощении этого греха, что он так тяжко согрешил, осудив этого человека, произнеся суд. Ну, так и нам можно этот прием тоже использовать в своей жизни, если мы хотим про кого-то что-то сказать, рассказать, вот представить. А вдруг действительно этот брат сегодня скончается, и мне надо будет решить его участь. Вот. Насколько это страшно. Пытаться занять место Бога. Потому что живая душа, как ее, помиловать или осудить на адские мучения. Вот. Это действительно очень большая ответственность. Так. Дальше говорит, как мы будем осуждать ближнего? Мы же не знаем его расположение. Мы не знаем его склонности к чему-либо. Мы не знаем всех обстоятельств, что толкнуло. Воспитание его. Или, может быть, какой-то грех передается с поколения в поколение, склонность к какому-то греху. Вот. Надо все это учитывать. А мы не можем это учитывать по факту. Только Бог, сердцеведец, знает всю его предысторию, знает его расположение. И поэтому Ава Дорофей говорит, что Бог не всех судит одинаково, а все-все учитывает. И приводит такой пример. Говорит, слышал я, что работорговцы, которые торгуют рабами, приплыли в один город, вот, а у них были две девочки. И одна женщина благочестивая решила купить одну из них. Ну, видимо, может, на вторую денег не было. Одну купила и воспитала ее в благочестии. Потом они отплыли в какое-то другое место. И там блудница купила себе вторую девочку и научила, конечно, ее всякому такому вот, злому житию. Вот, разврату всякому научила. И тогда Ава Дорофей говорит, конечно же, можно ли подумать, что Бог будет одинаково судить их, если они впадут в один и тот же грех? Вот. Конечно же, Бог все-все учитывает, а мы, конечно, этого учесть мы не можем. Вот. То есть это один момент, что мы не знаем всех обстоятельств, которые привели к этому греху. Вот. Теперь второй момент. А, дальше говорит Ава Дорофей, что одно дело осуждение, а другое дело еще уничижение. Про уничижение. Уничижение есть то, когда человек не только осуждает другого, но презирает его. То есть гнушается ближним и отвращается от него, как от некой мерзости. Это хуже осуждение и гораздо пагубнее. Хотящий же спастись не обращает внимания на недостатки ближних, но всегда смотрит на свои собственные и преуспевают. Таков был тот, который, видя, что брат его согрешил, вздохнул и сказал, «Горе мне! Как он согрешил сегодня, так я согрешу и завтра». Ну, то есть, я могу также согрешить, если Господь попустит. Видишь ли твердость? Видишь ли настроение души? Как он тотчас нашел средство избегнуть осуждения брата своего? Ибо, сказав, так и я завтра, он внушил себе страх и попечение о том, что и он в скором времени может согрешить, и так избежал осуждения ближнего. То есть наши чувства, ну, в основном зрение, слух, вот, дают нам информацию, кто-то согрешает. И вот даже
один брат увидел, что второй согрешает. Конечно, тут сразу бесы, помыслы могут осуждение вот, подавать. А он таким образом воспротивился им, воздохнул и говорит: бедный брат согрешил сегодня, а я также могу завтра согрешить. То есть привел себя в страх, что и он может таким образом отпасть от Бога. Но дальше еще он возвысил брата в своих глазах и говорит: ну он, по крайней мере, покаяться может сегодня, а я, быть может, не найду уже время для покаяния. Вот, то есть опять себя считает ниже брата. И таким образом избегает осуждения. Он не только смог избежать осуждения ближнего, но и себя самого повергнул под ноги его. Мы же, окаянные, без разбора осуждаем, гнушаемся, уничижаем, если что-либо видим или услышим, или только подозреваем. И что еще хуже, мы не останавливаемся на своем собственном вреде, но, как часто бывает, встречая другого брата, тотчас говорим ему, то и то случилось, и вредим ему, внося в сердце его грех. То есть, когда на словах осуждаем, мы, конечно, заражаем этим осуждением еще и своих ближних. Этим самым мы совершаем бесовское дело и не родим об этом. Ибо что иное делать бесу, как не смущать и не вредить? То есть, это бесовское занятие, а мы, к сожалению, в этом участвуем. А мы оказываемся помощниками бесов на погибель свою и ближнего. Ибо кто вредит душе, тот содействует и помогает демонам. А кто приносит ей пользу, тот помогает святым ангелам. Ну, даже святые говорят, что когда мы стараемся духовную пользу принести брату, ну, ближнему, то мы как соучастники в деле спасения этой души, соратники Христу. Вот, это, конечно, как Господь сказал: кто извлечет честное из недостойного, будет как мои уста. То есть это великое дело. А чего же мы впадаем в сие, как не от того, что нет в нас любви? Теперь Ава Дорофей открывает причину, почему нас тянет на осуждение. И говорит: это лишь потому, что у нас нет любви к Богу и к человеку. То есть мы, когда мы осуждаем, тем самым показываем, что мы очень далеко от исполнения евангельских заповедей, что нам нет места в Царстве Небесном. И это должно нас, конечно, уже встрепенуть. О себе мы должны задуматься. Ибо если бы мы имели любовь, то с соболезнованием и состраданием смотрели бы на недостатки ближнего. Как сказано, любовь покрывает множество грехов. И еще, любы не мыслит зла, вся покрывает и прочее. Итак, если бы, как я сказал, мы имели любовь, то сия любовь покрыла бы всякое согрешение, как и святые делают, видя недостатки человеческие. И дальше он говорит: неужели вы думаете, что святые не видят грехи других людей? Конечно, видят. И святые, конечно, ненавидят грех гораздо больше, чем мы его ненавидим. Но, однако, они избегают осуждения. Вот. Однако, они не ненавидят согрешающего и не осуждают его, не отвращаются от него, но сострадают ему, скорбят о нем, вразумляют, утешают, врачуют его и делают все для того, чтобы спасти его. Вот. Как говорит Стоян Кронштадтский, что нужно разделять грешника и грех. Нужно ненавидеть грех, но любить самого человека, грешника. Собственно, и Господь же так делает. Конечно, Бог ненавидит всякий грех, всякую нечистоту, но самого человека Господь любит. А мы с вами, как христиане, мы должны любить все, что любит Бог. Если Господь любит людей всех, и мы должны любить всех. Помните, в Евангелии говорится, Господь посылает светить солнце свое на
грешных и на праведных. И также дождь льет тоже на поля грешников и праведных. Вот так и мы должны ко всем относиться с любовью. Ну, конечно, это не значит, что не надо обличать, потому что старшие, архиерей, благочинный, священник на своем приходе, глава семейства, конечно, должны обличать согрешающих, потому что мы ответственны за наших подопечных, и с нас Господь спросит за то, как мы свои обязанности исполняли. Вот. Но надо стараться с кротостью и любовью. Перед тем, как сделать внушение, замечание, помолиться за этого человека. Или вот, если мы видим, что человек еще жестокосердный, и он не очень воспримет, тогда можно попросить еще одного помощника своего, чтобы он в то время, пока мы будем беседовать с этим человеком, чтобы он пошел и почитал Евангелие. Несколько глав Евангелия с молитвой святого Игнатия Брянчанинова за эту душу, ну и за нас, чтобы нам остаться в пределах заповеди, чтобы не разгневаться, не осудить, не превозноситься. То есть, когда нам предстоит, мы видим, что нужно внушение сделать, принести пользу человеку, тогда надо еще, чтобы кто-то молился в это время за него. Еще хочется напомнить, я, может, уже рассказывал иногда на проповедях, вот, когда Свилан Афонский был еще маленьким мальчиком, его звали Симеон, ему было лет 7, вот, и отец как-то зимой ему говорит: сынок, его отец родной, помнишь, мы как-то были на сенокосе, я попросил, чтобы ты сбегал домой за обедом, ты принес покушать, мы покушали. Тот говорит: да, отец, я, конечно, этот день помню хорошо. И отец ему говорит: ты знаешь, ты принес в то время мясо, а была среда или пятница, скажем, была среда. И я это мясо ел как падаль. Вот тогда сын спрашивает: отец, а что ты мне сразу не сказал? Отец отвечает: сынок, я боялся тебя смутить. Вот представляете, то есть его отец в течение полугода искал правильного момента, молился о том, чтобы сын воспринял правильно его внушение, молился, видимо, о себе, чтобы без всякого гнева, с любовью, с снисхождением сделать замечание сыну. Вот это пример для всех начальников, как нужно делать замечания. Конечно, иногда, как вот Ян Лесвичник пишет, иногда надо сделать выговор очень строго. И прям так вот сделать такое лицо строгое, как будто бы гневаешься, вот, чтобы резко прекратить какое-то неправильное движение, вот, в подчиненных. Но надо удержаться, чтобы внутри не гневаться. Внутри надо молиться: Господи, его молитвами помилуй меня грешного. Но это не так легко. Сам Иоанн Лесвичник говорит, что некоторые люди, желая так вот показать только видом, что он гневается, на самом деле потом переходили в это состояние, в гневное. Это уже плохо. Вот. То есть целое искусство, как правильно сделать замечание. Иной раз, то есть надо мягко посмотреть, как человек воспримет. Иной раз где-то грозно, но в любом случае ни в коем случае не превозноситься над этим человеком, считать себя ниже его и просить, чтобы Господь молитвами этого человека простил и наши грехи. То есть целое искусство. Некоторые думают, легко быть начальником, там, игуменом или настоятелем. Вот, только, значит, всех делать замечания. На самом деле, как говорится, гнев мужа, то есть человека, правды Божией не соделывает. Если человек с гневом делать замечания своим ближним, то это плохо для самого человека, для того, кто делает замечания. Но для нас, если нам делать замечания, даже с гневом, все равно это полезно. Я помню, когда первая беседа у меня состоялась, только-только в монастырь приехал в Сибирский в 98 году с отцом Артемием, с наместником. Полтора часа мы поговорили. И он говорит: я-то строгий человек. И тут бывают такие искушения, что я там строго кого-то распекаю, но я стараюсь внутри не гневаться. Говорит. Но бывает, все равно гневаюсь. В этом я уже сам покаюсь, но вам и то полезно. И вам не надо разбирать, на самом деле я прогневался или не прогневался. Вы старайтесь
исправляться. Был случай такой, когда отец Артемий выговаривал одному рабочему на стройке, который неправильно отремонтировал этот большегруз, фуру. Вот с ним так поговорил. А в это время приехал в монастырь новый человек. Его послал отец Наум. Говорит, вот найдешь отца Артемия, к нему в монастырь поедешь. Вот. И он подошел, говорит, отец Артемий, я к вам приехал, отца Наума. Отец Артемий говорит, ну, ты пока это, сейчас здесь подожди. Я сейчас договорюсь с человеком. Вот. Ну, поговорили дальше с этим провинившимся человеком. И тогда отец Артемий говорит, ну, иди сюда. Что у тебя там за дело? Что ты хотел? Тот говорит, так испуганно, говорит, отец Артемий, я сейчас видел, как вы ругали этого человека, я понял, что с вами лучше не ссориться. Вот. Отец Артемий говорит, ругал? Да нет, не ругал. Мы просто беседовали, ты не ругал. Тот говорит, это вы просто так беседовали? Вот, то есть человек в шоке таком. Вот. То есть, вот, слава Богу, вот отец Артемий умел так выговаривать, понимаете, да, что с пользой была. Но в то же время он очень любил, любит всех братьев, так вот за каждого переживал, то есть чисто по-отечески. Но не всем дано вот так вот с любовью уметь выговаривать. Вот, дальше Ава Дорофей приводит в пример, опять же, из отечника, из жития Авы Амона. К нему пришли братья к Аве Амону и говорят, мы знаем, один брат согрешает, сейчас вот у него в келье женщина, там отдельно домики так стояли в пустыне, надо его обличить, пойти, что такое он творит. Ну, Ава Амон говорит, ну ладно, пойдемте, я с вами. Ну, я, говорит, вперед зайду. Зашел в келью, смотрит, ну и понял, что женщина спряталась под бочкой. Бочку верно он поставил от монаха, там женщина спряталась. Ну, Ава Амон сел на эту бочку, забрался так, и братьев зовет, говорит, давайте ищите быстренько, ну-ка, надо найти ее, где она тут спряталась. Они искали, искали, не нашли, конечно, но его потревожить неудобно им было. И потом он говорит, братья, Бог да простит вам ваш грех, осуждение. Брат невиновен, все, расходитесь. Они когда все вышли, и тот, конечно, провинившийся, понял, что Ава Амон все догадался. Ну, а старец слез с этой бочки, взял брата за руку, говорит, брат, спасай свою душу, позаботься о себе. И, конечно, привел его к покаянию. Ну, там не сказано дальше, может быть, и женщина это пришла к покаянию, скорее всего, потому что в Евангелии так говорится про одну блудницу, которую Христос помиловал, и она уже, как святые говорят, исправила свою жизнь. Вот, он дарил ей прощение, поступил по милости. Вот. Итак, приобретем и мы любовь, приобретем снисходительность к ближнему. Чтобы сохранить себя от пагубного злословия, осуждения и уничижения, и будем помогать друг другу, как своим собратьям. Кто, им, вот кто, если имеет рану на руке, вы знаете, что Евангелие и апостолы уподобляет нас всех, Церковь Христова, также можно сказать и про отдельный приход или про отдельный монастырь, что мы все составные части одного тела. Ну, представьте, мы там пальчик укололи, конечно, или там порезали, уже руками, другими пальцами помогаем забинтовать, там, зеленочкой помазать, там, подуем на него, или, если надо, то ножками пойдем там, в больничку, в аптеку сходим, то есть заботимся. Так и о всех наших братьях. Ну, конечно, не только ближних, но и дальних, стараться никого не осуждать, а позаботиться о его душе. Так. И дальше Ава Дорофей говорит, что можно сравнить мир с кругом, в центре которого Бог. И вот все люди, когда из разных точек этого круга приближаются к центру, к Богу, они становятся ближе друг к другу. А если отдаляются от Бога, то отдаляются от ближних. То есть теряют любовь к Богу и, соответственно, теряют любовь к ближнему. Когда мы говорим, что нам должно быть все любезно, что любезно Христу, конечно, первый мотив – это любовь ко Христу.
Почему мне должно быть все любезно, что Христу любезно? Ну, потому что я люблю Христа. А Он любит тех же вот грешников и хочет, чтобы они спаслись. Вот. И мы должны в этом деле поучаствовать, насколько возможно, должны поспособствовать, чтобы человек этот раскаялся. Начнем сначала с молитвы за этого человека, вот, чтобы Господь помог своей всесильной силой. Потом, если уместно, побеседуем, а может быть, посмотреть, если он не настроен к беседе, подождать немножко. Очень полезно в этом случае что-то потерпеть от этого человека. Как говорят святые, если мы просто молимся за кого-то, то это такая, можно сказать, душевная молитва. А когда мы пострадаем от этого человека, или мы когда возьмем на себя его нагрузку, ну, скажем, в монастыре смотрим, брату надо внушение какое-то сделать, а он в это время навоз кидает. Можно пойти вместе с ним покидать навоз, в это время за его душу помолиться, и потом уже обратиться к нему с речью. И, конечно же, это гораздо больше можно пользу принести. Также на приходах священник, вот смотрит, кто-то там провинился, повар какой-нибудь, и надо вроде что-то высказать. Лучше ему сначала подойти вместе с ним, картошку ему почистить, помочь, посудку помыть, и потом сказать, что дорогая баба Маша, так и так, вот, вчера ты кому-то нагрубила, да, лучше будешь не грубить, наверное, то с теплотой обратиться, то есть какую-то нагрузку желательно на себя взять, в это время, пока мы исполняем эту нагрузку, молиться за эту душу, чтобы Господь расположил ее к принятию, и постараться мягко. Вот, если видим большую наглость, иногда можно и, как я сказал, как вот Иоанн Лесичник говорит, вроде и грубо сказать, но смотри, чтобы не навредить. То есть императивом должно у нас быть любовь к этому ближнему, желание его исправить, чтобы он стал ближе к Богу, ко Христу. Вот, но сегодня вроде так все, но, конечно, тема обширная, и, знаете, осуждение очень часто у нас встречается. Если не на словах, то в уме. И вот надо бояться осуждать ближнего. Избегать этого. Но перед тем, как человек осудит ближнего, сначала обязательно он над ним превознесется. То есть сначала он будет считать, что он имеет право это делать, осуждать. Как говорят святые, не может один человек укорить другого, прежде не превознесясь над ним. То есть сначала человек думает, я достоин сделать ему замечание, вот и делает, обижает человека. Но и еще, как я сказал, что начальствующий имеет обязанность делать замечание. Вот. Но надо смотреть, где кротко сказать, где, наоборот, так строго сказать, смотря как, чтобы была польза. Но когда говорим строго, то внутри нельзя гневаться, а проси, чтобы его молитвами Господь наши грехи простил. Вот. Так что всем желаю, братья и сестры, понимая, что вдруг, если у нас мысли появились осуждения, значит, мы не имеем любви, значит, нам, если сейчас умереть, мы не сможем в рай войти. Вот. Значит, мы поступаем не как Христос хочет. Значит, Господь в это время нас отвергает от себя, когда мы осуждаем. Поэтому давайте будем стремиться не осуждать. Я так вот видел людей, которые уже, можно сказать, победили в себе осуждение. И очень интересно за ними наблюдать, что никого не осуждают. Если от кого-то что-то слышат про кого-то третьего человека, то говорят, ну, то без греха. Вот у нас, я и сам такой тоже, то так согрешаю. И стараться уходить от осуждения и других уберегать. Вот такая беседа, конечно. Дай Бог, чтобы мы так избавлялись от этого греха, вот страшного греха, и чтобы Господь к нам проявил тоже милость. Спасибо, Господи, Владыка. Спасибо, Господи, дорогие отцы, за ту тишину, которую Господи, отец Константин организовал. Никто не перебивал. Хорошо, вот когда, да, когда в классе сидят ученики, кто-то перебивает, шумит, а так все выкупил, и все. Тишина. Да, значительно лучше, чем